Так, всем привет. Делаем мы откосики из венецианочки Венедик. Делаю ее венецианочку с такими наборчиками, как в классике. Ну, наздир. Оно практически там и не будет. И что хотел показать, как можно полировать венецианку. Я уже показывал, но, говорится, повторение мать учения. Вот у меня есть машинка, этапка. Нужно ее вытереть. Есть у меня палка для покраски. И вот на конце стоит такой, я их называю памперсом. Не знаю почему, но понравилось мне это название. И вот я делаю вот такую полировочку. И сейчас вы увидите, как делать полировку вот в таком положении, не особо напрягая рук, то есть не напрягаясь. Берем наш памперс, только нужно две руки, и я давлю вниз, а не вверх. Даже силы не хватает надавить одной рукой. То есть там пружина такая мощная. Вот я надавил и завожу машинку кверху. Вот, все, машинка стоит в рабочем положении. Вот я, да, полировал до сюда. И сейчас буду полировать остальное. И смотрим, на что оно будет похоже. То есть мне нужно что делать? Нужно только нажимать на кнопочку и водить туда-сюда, и все. Это все, что зависит от оператора полировочной машинки. Все остальное делает вот эта пружина, здесь на 80 ньютон давление, и палка для покраски. И поехали, короче. Стала рука водить тудым-сюдым, отпустил машинку, и она себе вот так висит. Главное, чтобы никто рядом не шел и не шарпанул за провод. Но если попробовать постараться ее снять отсюда, то это нужно очень немало усилий. То есть я ее вытянуть практически, ну, тяжело, она прям сопротивляется. То есть вот я за шнурок беру и силой ее вытягиваю. Вот такие вот лайфхаки. Кому нравятся такие лайфхаки, ставьте свои лайки. И у нас будет завтра венецианочка уже с воском. То есть мы покроем ее воском. И она будет такая пригодная для вытирания. То есть чтобы не было пыли, чтобы не было грязи. То есть можно будет уже подоконнички протирать аккуратненько от грязи, и не будет оставаться как на краске разводики всякие там темные или еще что-нибудь. Вот, кому нравится, ставьте свои лайкосы, и до новых встреч. Делайте красиво и живите богато.